Обратно наши паспорта, загранники. Кушает это без удовольствия, не получая никакого удовольствия. Все через силу. А так на самолете ни разу не летал, поэтому сейчас так стрёмно еще. Зачем ты ночью отлично, занималась? Отлично, у меня радость. Собирала весь. Я на лицо так близко не снимала. Хорошо. Хорошо. Ты сейчас бесишь. Летящей походкой. А что она подписана больше? Ну, потому что это ее багаж. Это мой багаж. Это и мой там багаж. Кстати, там колбаса. Ой, еще не, один. Не, я туда везу украинский. Зато он не потеряется. Зато он не потеряется. Это да, это хорошо. Так не мало. Финку. Возвращаюсь на родину, знаете? Что это? Да, ты снимаешь. Не трясу. Феникс. Филина, полет Филина. Назвать этот эпизод полет Филина. Это... Нет. Я все нормально. Мы приземляемся! Бига, таксу, броуэлл. Куда дальше идти? Пока на дороге не все так хорошо. Встал. Короче, полный трендос. А воскресенье, Греция спит. Мы уже хрен знает, сколько прошли, реально. Солнце печет в голову. Скоро будут у всех солнечные удары. Еще и Катя я пустырила. Все магазины закрыты, блин. Просто в Киеве, блин, хоть 3 часа утра, блин, можно купить все, что хочешь, просто. Где хоть что-то, просто не понятно, это Афина, это столица Греции, а ни хрена здесь нет, просто. Ой, он такой сливый, апельсины. Такие огромные арбузы. Какие дыни. Все просто. А это что такое? Это какая, да? Так это может вид дыни? Это дыня. Пахнет дыней. Да. Ну это вид дыни, наверное. Офигеть. Это дыня пахнет. Это дынь. Это греческая дыня. Давай. Апельсинка. А это что такое? Это апельсинчик? Боже, с листиками. А когда ты такой... Читать, класс.
Порта, Порта, Калио, Хумо, типа, или какие-то математики, какие-то матюки написаны. Блин. Валенсиага. Что, берем? Берем апельсин? Подождите, нет, подожди. Надо сначала подумать, что... Идемте еще там посмотрим, что там. Понять, что... Ого, картофан. Ого! Такое прибить можно. Офигеть. Ты чувствуешь, когда одна картошка на весь... И надо палить. Да. Идемте внутрь зайдем, там еще что есть. О, виноград! Так, виноградик. Бананы. Ананасы. Блин. О, абрикосы. Короче. Это нужно? Вот все. Там ананасы есть. Может, ананасы возьмем? Смотрите, ананас. Он дорогой. Да. Ананас дорогой. Ну да, он дорогой жестко. Ну, 6,45 зачем? Вы серьезно? Ну, типа, 6,45 за ананас. Да. Абрикос. Абрикосы, да. Я похож на Джонни? Ты давай. Джонни, Джонни. Можно на голову. Ты пахнешь? Понюхай. Юля, понюхай. Блин. Он так пахнет. Я вообще ненавижу ананас. О, боже. Это почерк иногда ананас. Можешь делать так. Мы сейчас находимся... Смотри, что нам нужно? Можно я буду писать? Сиди. Ага. Смотри, что. Короче. У нас фуршет. Готовимся к фуршету полным ходом. Тут куча фруктов. Эти вот записывают, что мы будем брать. Наконец-то Димин блокнот пригодился не только ему. Вот. Тут вообще в магазине все практически есть. И сыр. Да, боже, сколько сыра. Фрукты, боже, боже. Это, наверное, это мой рай. Что-то это яблоко. Офигеть, и они огромные. Еще яблоки. Огромное диванное блюдо, потому что нарезать все фрукты классно. Сделать канапе. На канапе нам нужно помидоры черри. Помидоры черри. Это на не сладкие. Нет, ну это понятно. Ветчина какая-то нужна, да? Короче. Ой, а что тут? Что это? А, это соусы. Если бы тут еще на русском было написано, было бы вообще огонь. О, а что нам надо вино? Вино. Вино, вино, вино. Где? Типа ничего такого готовить не будет, да? То, что с картошкой, то, что такое. Шоу. Бабушка, что ты написала? Клаб-сэндвич, тостовый хлеб, да, ветчина, да. И сыр. Ветчина, и сыр. Эти. И грибы. Листья. Листья салата, да. Да. А там еще там большой выбор всего этого. Тут все есть. Да, помидоры, огурцы. А что мы делаем насчет орехов? А зачем? А зачем? Ну представляешь, куда? Ты хочешь съесть себе приятель и жуя. Вообще орехи на столе это признак лакшери. Ну типа всегда так было. Я видел, вот именно, я тоже ни разу не видел. Ты будешь стоять, маленьких ты будешь в зубах вот эти вот орехи. Типа, да нахер им! Так нет. Это же такое, что типа съел уже. Посмотрите, типа, это что-то есть. Ну, да не надо. Да давай, Монь, не балуйся. Так, там какой-то мужик. О, утро, бассейн. Все так красиво. Класс. Сейчас будем жрать арбуз. Класс.
не пищевая, типа... Пергамент был пищевая, была, я помню. Кайф. В конце пергамента. Короче, мы не знаю сколько ходили, просто миллион лет искали магазинчик, ничего не нашли, бегали по кондитерским, и там все равно ничего не было. И вот спустя долгое время мы нашли его. Вот магазинчик, туда уже все побежали, а я стою как законопослушный греческий гражданин. Тут еще и дискотека. Дискотека века. Пальмочки на балконах. О! Хочешь? Вот это бабуля, которая на дороге крутит. Что у нас есть такое, что тут, походу? Конечно. Бабуська и в Африке бабуська. Гранаты. Просто гранаты растут посреди улицы, но серьезно. У нас это в Украине такой маленький деликатесик, можно так сказать. Здесь это скутеров просто куча. И они не привязаны цепями огромными. О, Европа, Европа, привет, мусорка. Сейчас поднимемся к самому. Я надеюсь, мы туда сейчас поднимемся. Мы поднимемся, да. к самому Зевсу. Боже, какая красота! Я так хочу туда пойти уже. Я очень добрый милош люблю. Такое это неправда, надменно это она сказала. Очень зазвездённая она это сказала. А ты до сих пор кидаешь? Офигеть, как красиво. Ну вот, видишь, сцена. Это очень красиво. Кайф. Телефон. Я впервые в жизни соскучилась за телефон. Какой вид офигенный. Брат, а домики, посмотри. Прикинь, кто живет вот здесь, да, рядом, и он каждый день наслаждается вот этой вот красотой просто. Ага, и туристами кричащими. Да какими кричащими? Да ладно, прикинь, ты выходишь кофе попить, тебе каждый день колонны. Ну это да. Это вообще просто лакшери лайф. Ну там какое-то здание еще. Ой, у меня даже ноги не держат уже. Это на своими глазами ты еще здесь просто. Снимай меня. По-украински просто исполнять мечты, ну серьезно. Кому свистят? Это хорошо отправило. Кто? Почему это так? Блин, вот то, что видно на камеру, это совсем фигня. Это надо видеть вживую. Это настолько красиво. Ребят, посмотрите в ту сторону. Чтобы... Море. Какую? 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 И куча туристов. Негде задохнуть. Оп, ТП-шки есть и в Греции. Так. Солнышко встает, еще больше. Непонятно, где мы вообще, что это за море, что это сегодня будет вообще за съемка. Мы не тренировались, это самое плохое. Мы тренировались. Тупо не было возможности, потому что... Да. О, вот потому так что, тупо вот не было возможности, потому что мы приехали... Не кашляй. Бля, это не все зеленое. Все увидимся.